Тебе кажется, легкий? Так, подожди, смотрим на меня. Делаем такие движения небольшие, как крокодил называется. Раз. Как рептилоиды, мозг включаем. Раз. Два. Спинка, видишь? Угу. Там я тоже так же делаю разминку. Только вверх или таз пошел? Ну вот как ты делаешь, вот, пока сильно не напрягайся. Просто вот рептилоидным позвоночником, как рептилия. У нас позвоночник в лопатке ходили. Да, лопаточки и ножки чуть-чуть. Я потом тут тоже разминку покажу, перед тем, как взлететь. Ну, так же. Тоже делать это? Не, покажешь, покажешь. Да. Даже по-своему все равно. Да. Так, хватит, смотрим на меня. Носочки красиво оттянули. Ножки вместе соединяем. На вдохе вдох, напряжение. Выдох. Вдох. Выдох. Еще раз вдох. Выдох. Андрюш, смотрим на меня, сейчас подключаем ноги, руки прямые. Вдох. Планочка такая. Выдох. Чуть-чуть попу повыше. Вдох. Выдох. Сейчас смотри, ножки прямые, локоточки под себя. Двумя руками подтягивай. Планочку. Тяни. Тяни. Попу выше подними. Голову вниз. Выдох. Расслабился. Молодец. Андрюш, смотрим на меня, делаем такое движение. Поворот вот такой мягкий. На спину. Так, попу довернуть. Крути попу еще сильнее. Поверни. Вот так. Сейчас голова вниз, попу вверх подняли, спинку растянули. Попу расслабила, разворачивайся аккуратно. Молодец, в другую сторону поворот. На вдохе. Попу довернуть, молодец. На мостик прыгнулись. Попу расслабил, разворот. Сейчас еще раз такой же поворот. Давай. Сейчас смотри, как делаем. Коленочки на себя, ручки на себя, сборочка вот такая. Раз. Выдох, расслабился, разворот в другую сторону. Еще раз поворот, будем отдыхать, давай. Сборочку сделали, ноги, руки подтянули, эхли. Выдох, разворот. Сейчас, Андрюш, ляг на бок, просто на боку полежи, один бок просто повернись, вот, еще, вот. Подыши немножко. Хорошо, в другую сторону разворот, на бочок ляг так же. Дышим. И тихонечко разворачиваем. Вот такая разминочка небольшая. Саша, почему на этот вопрос ты делаешь? Смотри. Мы работаем на выдохе, потому что... Вот сейчас все расскажу. Сейчас поймете, все знаю. Подожди, сейчас расскажу. Вот смотрите. Когда мы качаемся в зале, это одно. Когда мы работаем на правило, то есть мы делаем на вдохе напряжение, смотри. А на выдохе мы выдыхаем воздух и расслабляемся. Ну, я же говорю, это как бы, вот у меня вот все так, я всех переучил. Почему? Я объясню, да. Просто, ну, у каждого свое мнение. То есть, когда выдыхаешь, кислорода в организме нет. Организм начинает задействовать все свои резервы. Тогда энергия начинает гулять лучше. Мы пробовали на вдохе делать, но как-то вот, на 4 больше, когда делаешь на выдохе. Тоже сбор делать в том. Я это пробовал. Мне дед на Алтае меня сказал, Саша. Вы можете делать как все качки. В этой, в Америке, блядь, в Европе, блядь. Вы можете делать. Да, он говорит, вы делаете.